Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя легенды. Сегодня у нас воскресенье, а это говорит о том, что завтра, ребята, у нас все обновится, и мы с вами будем получать призы. Поэтому сегодня последний день, когда мы можем с вами подняться чуть выше по карьерочке, да? Давайте посмотрим, где я сейчас нахожусь. Это именно турнирная арена. И мы видим, что я в лиге сёгунов. Ранг у меня 24-й. У меня есть 10 откатиков. Так, 85 монет. Подожди-ка, дай-ка я быстренько сбегаю в магазин и кое-что посмотрю. Мы с вами... Так, секунду. Во! Здесь, кстати, можно взять острозуба. Так, да, я покупаю. Отлично. И теперь давай-ка посмотрим за монеты. Мы с вами, ребята, копим на Донателло Космос. 60 нужно, а у нас 85. Как раз хватает. Отлично. Все, да? Больше пока ничего не можем с вами приобрести. Ну, а, не, погоди-ка. Мы можем поискать ДНК, но стоит ли нам просто так вот искать? Я думаю, что стоит. У нас с вами 120 телепортов. Поехали. У нас все равно очень много, ребята, пиццы. Так, Змейка Вьюн. Давай-ка мы тебя быстренько обменяем. Так, и будем с вами искать Бибопа. Кстати, очень тяжело ищется, ребята. Ага, вот тебе и облом. Откат. Здоровский просто. Так, кого же мы там можем еще с вами искать? Если я не ошибаюсь, то... А, Донателло уже максимальный. Ха, куда его искать-то? Морозильная кошка, по-моему, тоже в откате, да, ребята? Через 2 минуты... А, даже не 2 минуты, 2 часа с половиной... Только лишь откат произойдет. Получается, что я больше никого не могу искать, что ли, да? Хе-хе, здоровски просто, блин. Да как так-то? Нет, ребята, я же должен кого-то здесь еще поискать. Кого-то ведь наверняка можно. Они все, смотрите, все, пока не пропаешь их. Не могу, везде запреты стоят, ребят. Да, вот тебе и поискали ДНК. Пора вот этих вот ребят вообще как-то переводить. Что нужно для этого? Ну, во-первых, нужно, наверное, ребята, им поднять уровень, да? До предела. А ну-ка, давай-ка посмотрим. Ага, получил новый уровень. Все, дальше что тебе нужно? Вы достигли предельного уровня персонажа. Повысить звездный рейтинг, можно собирать ДНК. Все, я понял. Нам просто-напросто не хватает достаточного количества ДНК. Ладно, ребята, поехали с вами на турнир. Будем здесь уже с вами веселиться, подниматься по рейтингу. Естественно, сегодня я попаду в Лигу Сёгунов 3 звезды. Но мне надо там еще удержаться, понимаете? Так, Кира у нас здесь, да? Ну давай, Кира, хорошо. И уровни уже, смотрите, какие. 59, 57, в общем, жесть будет полнейшая. Так, выбираем, значит, с вами Леонардо возьмем. Рокстеди, возьмем с вами Усаги. Так, давай-ка, подожди секунду. Я возьму, наверное, сюда Бакстера Стокмана. И, скорее всего, мне надо взять сюда Леонардо. Давай, ребята, вот так вот попробуем. Я рискую, ничего не говорю, но должен вложить. Если сыграет в паре у меня Леонардо с Бакстером Стокманом, да, не давая шанс врагу сходить, то мы здесь с вами, наверное, пройдем. А если кто-то из них сейчас шевельнется, а из них кто-то собирается шевелиться, так. Да хорош ты! Ну, ай, ё-моё, ребята, отхил. Был отхил, давай делать волну. Ой-ой-ой, а волна-то, ребята, никого и не заразила. Я имею в виду постепенным уроном. Так, что же у нас тут будет? Сейчас будет разбор полетов просто жесткий. Так, он, смотрите, укрепляется по полной программе, между прочим. Кого можно здесь наказать? Давай-ка мы, наверное, Эйприл попробуем снести. Угу, ничего у нас не вышло. Вот об этом, ребята, я вам говорил, что сейчас мне кого-то положат. Кого положат, естественно, Леонардо. Естественно, ребят, ну, к бабке не ходи. Так, попробуем снести Бакстера. Я не собираюсь терпеть его насмешки над нами. Так, естественно, очередной отхил, да, делает Бибоп. Плюс иммунитет. Так, в кого? Ага, в Усаги начинает бомбить. Хорошо, давайте попробуем через Маузера сыграть. Да что ж такое-то, ребят, мы слишком слабы. Или они слишком сильны. Посмотри, что они там на себя только не повесили. Так, Бакстер, давай-ка мы, наверное, с тобой накажем Бибопа для начала. Ой, Лео, то есть Бакстер уже говорю. Так, в кого стреляет? Твою же медь. Поехали, ребят, бомбить. Минус кабан. Да, а Бибопа, ребята, мы с вами не сможем забомбить. Так легко и просто. Все.
Черт подери, я сыграл просто отвратительно. Просто отвратительно, потому что Эйприл вражеская успела отхилять всю свою команду. И результат вы видели. Ладно, посмотрим, насколько я поднимусь. Обалдеть, всего лишь на 3 ступеньки. Твою же маковку. Вот о чем я, ребята, и говорю. Не все так будет просто. Ну что ж, давайте попробуем тогда теперь сыграть с Владом. Так, возьму я, наверное, Зека. Возьму я Леонардо. Ребята, откаты можно уже тратить, потому что они нам в дальнейшем не пригодятся. И возьмем для этих целей. Так, Микеланджело я возьму. Возьму Шреддера и, скорее всего, массовик мне нужен. Это будет Ванька-стиранка. Вот такой вот у меня будет подборчик небольшой. Давай посмотрим. Так, я вижу здесь, ага, вот эти кролики нам здесь не нужны на самом деле. Так, давай-ка попробуем бомбануть. Они будут делать массовую атаку, 100 пудов, я вам говорю. Пошла, а не, смотри-ка, вот так они решили. Просто кто-то, ребята, у меня сейчас, видимо, упадет. И это будет, как всегда, Микеланджело, да? Или не будет? Или будет, или не будет. Я не знаю, ребята, если честно. Я знаю, что мы не пробьем суперударом вот этих двух орлов. Но я могу захиляться, рискнуть. Давай-ка попробуем, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой, это что за отхил? Это что, я спрашиваю, у вас, ребят, за отхил был? Никчемный. Так, Ванюша, если ты сейчас проворонишь, то это будет трындец. И он проворонил. В кого разбегается? Наверняка в Микеланджело, ребят. Ёлки ты палки, а. Ну что это такое, а? Ну что это такое? Ну что это за игра в последнее время, ребят, у меня получается, а? Я хочу подняться как можно выше по рейтингу, а мне не дают просто-напросто. Я не могу брать одних сильных здесь. Мне нужно и маленьких тоже отыграть. Ну ё-моё, ну 15-я позиция, ну куда? Блин, ну хорошо, что у меня еще и откаты есть. Давайте, ребята, заново пробовать. Так, 57 и 58 уровни здесь. Здесь очень много серебра, поэтому давайте будем драться с Домиником. Так, Лео, давай, возвращайся. Нечего там тебе рассусоливаться. Хоть не бери, действительно, вот эти вот 45 уровни. Давай начнем с полтинничков. Ну, они, надеюсь, хотя бы здесь выдержат натиск, напор, так сказать. Так, и возьмем Зека с вами. Поехали. Мне нужно хотя бы пару игр, ребята, сыграть на чистоган. То есть с полным бонусом. А не вот с этим дуралейством, которое я сейчас вытворяю. Так, хорошо, давай вертушку. Кто-нибудь упадет стопудово. Почти, ребята, все упали. И добиваем Бибопа. На, кабан, получи. Ну что, вот здесь уже нормально, ребята. Даже практически не сыграли два персонажа. Это Тигриный Коготь и Бибоп. Так, хорошо. Сейчас должны, да, видите, сразу же взлетаем как. Надо только идеально пройти и все. В принципе, только в этом вся загвоздка. Давайте-ка мы немножечко определимся. Здесь уже 62 уровни. Ну-ка, а если мы обновим? Так, 59-е. Вот, вот, я думаю, идеальная команда. Вот, Владимира, будем с ним разбираться. Давай возьмем Лео. Я опять возьму Зека. И в эту кучу мы с вами добавим, давай, нейтрализатора, Паукуса и Микеланджело с его танцполом. Ну-ка, давай разбираться. Значит, здесь Донателло, Донателло. Но мне плевать, что у него там Донателло, ребят. Оу, а что это так? А что такой урон-то минимальный? Эй, ребятули, я не понял. Это что такое было, смотрите. Так, ну Сплинтер должен упасть. И Донателло, по-моему, один. Да, ребят, все отлично. Так, у нас с вами есть шанс сплясать, повысить себе уклонение. Так, отлично. Так, и бомбанем массовой атакой. Просто, ребята, идеально. Ну что же, в мастера, я чувствую, мы не успеем с вами забраться. Но хотя бы на сёгунах повисим, да? На трех звездах. Ой, ты посмотри, на 10 ступенек, ребята, всего лишь поднялись. Так, дай-ка я обновлю. Будем смотреть, ребята, может быть, кто-то нам попроще достанется. Пока я не вижу никакой простоты. Так, ребят, смотрите, Рагнарос у нас есть. 57 уровень, 58. Я думаю, что есть смысл с ним, наверное, повоевать. Давайте-ка попробуем. Ну что, Лео, давай возвращайся. Ты мне здесь нужен. Так, возьмем с вами, наверное, Карайку, Карайку-змею. Так, Кирби. Секунду. И последний боец, это будет у меня, скорее всего, опять Зек. Да, мы с вами очень много, ребята, тратим откатиков на то, чтобы вернуть двух бойцов к себе в отряд. Это, конечно, не дело на самом деле. Это все очень плохо. Ну ладно, поехали.
Так, бомбочка пошла. У него, кстати, тоже есть Кирби. У него тоже есть Кирби. Попробуем, ребята, его, наверное, бомбануть. 57 уровня он. Ну, и отлично. Бросаем кунаи. Так, Рокстеди упал. И крик души от карайки-змеи. Падают, да, ребята, падают листья на осень. Так же, как и враги. Так что мы с вами передвигаемся еще выше. И мы посмотрим, какая у нас на этот раз позиция. Так, 77-я. Ну да, ребята, на 10 ступенчик мы с вами потихоньку-потихоньку передвигаемся. Так, что у меня по героям? О, кстати, идеально, ребят, смотрите, Петя. Петя, давай-ка мы, наверное, с Петей подеремся. Так, возьму я обратно Леонардо. Я возьму Змейковьюна, Арахзара. Арахзара и давай-ка, наверное, замутим с вами Армагона. И раз, два, три. Три Армагона и давай-ка Крысиного Короля. Да, конечно, я не взял с собой хорошего хиллера, но у меня Леонардо, если что, хиллер. Так, поехали, ребятули. Во-первых, провокация, это само собой разумеющееся. Так, теперь вертушка. Единственный хиллер у него кто здесь, ребят? Леонардо. Я боюсь просто вот за этого Рафаэля, если он будет сейчас массовую атаку делать, это будет очень плохо, но он не успеет. Все, ребята, это классно получается. Бомбим. Змейковьюн вообще меня, ребят, в последнее время не подводит своей вот этой суперской атакой. Все проходит довольно идеально и гладко. Так, ну-ка, куда мы сейчас с вами? 66-я будет позиция или какая? 65-я, да? Понятно. 65-я. У нас два отката еще есть. Ну-ка я обновлю, с вашего позволения, и посмотрю, что мы можем здесь с вами выбрать. Блин, довольно серьезный противник. Вот я как посмотрю. Да что ж такое, дайте мне хоть серебряных-то каких-нибудь бойцов-то. Ё-моё, ребят, вы чё? Хорош. Вообще, ребят, нету. Максимум я вижу это по одному персонажу. Во, вот, вот он, кто там. Ариана, я тебя давно ждал. Давай-ка, давай-ка, мы с тобой немножко подеремся. Это у нас получается, ребята, будет последний бой, скорее всего, да? Больше мне тут некого взять. Так, Лео, и давай попробуем с вами вот так вот сделать. Вдвоем. Вдвоем они, в принципе, должны, ребята, здесь положить этих всех охламонов. Давай я возьму сплинтера сюда. Поехали, попробуем. Сейчас, короче, бомбочка, да? Потом вертушка от Лео. Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Ребят, я, по-моему, немножко не так сделал. Ладно, сейчас посмотрим. Тут еще Пит, видите? Пит. Надо именно Пита уничтожить. Посмотрим, как у нас это получится. Слушай, получилось шикарно. Я боюсь, что Рокстеди сейчас будет бомбить, ребята. Он будет бомбить. Он сейчас, если в кого-нибудь звезданет... Нет. Нет, к счастью для меня, он ни в кого не звезданул. И мы с вами еще сделаем один бой. Там уже будет у нас через Рафаэля, через провокацию все дело обстоять. Слушай, а может быть, мы еще завтра успеем один-два боя сделать? Я, конечно, сомневаюсь в этом, но попытаться-то можно. Давайте будем обновлять и смотреть, кто у нас из противников хороших, каких таких свеженьких выпадет. Все нужно для меня, чтобы был уровень как можно меньше и чтобы было как можно больше серебряных этих персонажей. Ну, давай, давай, давай. Так, ну тут не годится, тут всего лишь один Роквелл. Это как-то меня не особо устраивает. Так, тут нейтрализатор. Блин, да что ж такое-то? А будут где-нибудь два персонажа серебряных? Вообще, хоть какая-нибудь такая достанется мне колодочка? Походу нет, ребята. Потому что 61 уровень, я смотрю, не меньше 60 уже. Так, ребят, смотрите, нашел я Кима. У него два серебряных бойца. 60 уровень, 62, 61. Так, я думаю, что как раз с Ким мы драться с вами будем. Ну что, забираем наших последних персонажей. Возьмем сюда Кунаичи и Шреддера. Пускай будет так. Главное, чтобы у меня успел Рафаэль встать в провокацию. Или Железноголовый. Посмотрим, кто из них будет молодец. Так, тихо, в кого ты бомбить собрался? В Шреддера. А что это, ребята, у них опять инициатива? Еще и заблокировали способность мне. Молодец, Рафаэль. Так, ну что, я, наверное, делаю, ребят, защиту. Нафига, сам не пойму пока, если честно. И берем с вами в провокацию Рафаэля. Все. Сейчас, если даже... Ну, ответку. Отлично. Давай вот так вот бомбанем, посмотрим. Шикарно. Так, ну, естественно, будет Микеланджело отхиливаться. Это как пить дать. Но если успеет, посмотрим, как у нас сейчас все это сработает. Так, есть. Больше они, ребята, хиляться здесь не будут.
Так, слушай, Бибоп стоит. Хорошо, что Микеланджело сейчас не делал массовые атаки. И, как видите, у нас Шредер выжил. А ведь мог упасть. Фух, идеально. В общем, ребят, мы сегодня отыграли как могли. Два первых боя, конечно, у нас очень плохо получились. Но, тем не менее, мы с вами в Сёгуне в 3 звезды. И 43-я позиция. Так, и хотел я сегодня поискать кое-что, по-моему, на Рафаэля. Я ему хотел, ребята... Ага, вот, мне нужны кружки. Ребята, мне 4 кружки всего лишь нужно. Раз. Давай-давай, два. Так, три. И давай четвертую. Есть, ребята, 4 кружки, все. Я, короче, повышаю ему. Вот это вот, тяжело придется. На 6-ю ступень, ребята. Ух, отличненько, да? И, по-моему, вот здесь, да, ребята, здесь мне нужно 6 вот этих вот ящиков с инструментами. Давайте попробуем найти быренько. Откаты пока есть. Да, елки-палки, и пицца пока есть. Вот, один ящик уже нашли с вами. Второй есть. Давай-давай-давай-давай. Третий, еще 3 надо. Угу. 2 осталось нам. И последний ящик. Есть, вот так вот. Ну что же, давайте Рафаэлю улучшим вот это, ребята, базовая атака. Циклон Исаев. Улучшаем. 6-я ступень, ну это круто. Что я могу сказать по этому поводу. И хочу ему, наверное, ребята, вот так вот. Красавчик. Ну, а сами дальше знаете, что вот эти вот значки эмблемки, они зарабатывают только на платиновом ранге. Туда мне, конечно, еще пока рано бежать и что-то там делать. В принципе, наверное, ребята, сегодня и все, больше мы с вами ничегошники сделать не сможем. Хотелось бы мне, конечно, вот здесь вот, вот, ребята, можно получать здесь эти плюшки. Но вряд ли мне, конечно же, дадут. Ну что это такое, а? 81-81, а здесь 70 уровень. Все в золоте. Если бы они дали бы мою команду вообще полностью в составе там, и Бакстер Стокман, да, например, и Крис Брэдфорд, и Железноголовый, конечно бы я здесь их порвал, наверняка. Но тут вот, хотя, знаешь что, давай посмотрим. Просто, ребят, посмотрим, ради интереса. Сыр есть у нас? Есть. Я не рискую, не рискую. 3 волны здесь у нас. Давай посмотрим, как вообще будет здесь все это дело происходить. Мне просто интересно. Но я уже вижу, что... Да, бомбят они бомбически просто-напросто. Начнем с вертушки. Ну-ка. Оу, круто. Давай-ка захил сделаем, а? А он же у меня хилит-то слабенько, ё-моё. Ну давай просто бомбанем. Вот так вот, отлично, ребята, двигаемся. Ох, сейчас они будут здесь стопудово, ребята, действовать массовыми атаками. Вот как пить дать, я просто чувствую это. На дорожку давай, я знаю, что ты погибнешь, хотя бы команду мне усилишь. Так, кого бы убрать? Ну давай попробуем Бакстер Стокмана. Ага, убрать. А если мы вот так вот спляшем? Это нас как-нибудь спасет или нет? Во, ребята, встанем в провокацию с вами. И посмотрим, как... Сейчас, конечно, будет массовая атака. Нет? Вот это меня удивляет, если честно. Так, дай-ка я вот так вот сниму с себя все эти погрешности, которые на нас висят. Мне это не нужно. Так, ответочку ему. Вот так. Мне, конечно, ребята, вот Бакстер Стокман смущает, потому что... Ну как пить дать, он сейчас будет бомбить. Вызывать своих маузеров. Или еще хуже, он будет призывать волну. Сейчас посмотрим. Нет. Отлично, ребята, это хорошо, что он не стал так делать. Добиваем тогда его. Следующим кто у нас будет? Давай, наверное, Карайку. Давай попробуем Карайку, ребята. Потому что у нее тоже есть массовая атака. Оу, не пробили, к сожалению. Опс. Так, тихо. Это бесполезно, да, ребят? А нет, смотри-ка. Микеланджело смог забомбить Карайку. Это, ребята, круто. Так, ответка. Так, ты сейчас тоже получишь свое. Ну-ка, пробьем, нет? Да вряд ли, конечно же, ребята. Да, там нам. И остается лишь Острозуб. А ну-ка. Ну это, ребята, вторая волна. Там еще третья будет. Не стоит этого забывать. Так, пробьем, интересно, нет? Да чтоб тебя, какой-то никудышный. На. И, ребят, заключительная волна. Кто у нас тут? О, ёпрст. Ёпрст. Тигриный коготь. Бакстер Муха. Ладно, хорошо. Что бы нам сделать? Ну, давай так начнем бомбить уже. Блин, единственное плохо, что, ребята, у меня нет провокации.
И нету танцев на уворот. Действительно, это очень плохо. Ну что я тут? Я не могу попасть. 54 минус Леву. Сейчас Микеланджело уложат, поверьте мне. А, он решил захиляться, конечно. Вот оно, началось, блин. Что нам делать? Как нам быть с вами, я даже не знаю. Давай, поехали, попробуем его наказать. Отлично, тигр упал. Следующим, наверное, будем мы с вами. Черт его знает, кого тут следующим. Давай, наверное, вот так вот попробуем. Надо было носорога валить. Так, что нам тут, отхил? Я не знаю, нет, отхил нам пока не нужен, на самом деле, ребят. Без отхила попробуем. Вот псих-то, че он там мне еще и застанил, да? Ну все. Давай, 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 Раф. Ну, слабенькая, конечно, атака. Кого бомбит? По Микеланджело, да? Я даже не знаю, ребят. Давай Рокстеди. Я знаю, что он сейчас будет жарить со своей пушки. Как пить дать. Давай хильнемся, наверное, с вами. Просто я еще вот в платиновом ранге ни одного, ребят, задания не пронил ни разу. И вот хочется посмотреть. Да ёпрсете. Так, нормально, Бибоп попадает. Давай, давай, ответку. Блин, у нас, ребята, и пониженная атака, и... Вот, вот она, вертушечка. Ну-ка, родная моя. Ать! И что это было? Почему? Почему так слабо? Так, хиляется, да? Ладно. Пока все равно, ребят, терпимо. Несмотря на то, что у нас с вами постепенный урон и все там подобное, пока все терпимо. Давай ответочку. Ага, мажем. Захил, думаю, пока еще, ребят, не время делать. Давайте-ка немножечко придержим. Так, ответка. Блин, почему такая слабая атака у тебя, а, Раф? Ну, правильно, у него, ребят, пониженная. Смотрите, видите, красненькая. Мне понизили атаку. Тут вообще мажу, не могу попасть. Да что ж такое, хотя бы муху нам убрать бы, а? Давайте я попробую добить ее. Отличненько. Так, ну что, эти гладранцы здесь, да, выеживаются. Ну вот теперь можно, ребят, наверное, и захиляться. Так, нормуль. Very nice. Ну что, давай тогда ага, вот так вот. Давай добьем, наверное, вот этого вот саблезуба. Потому что у него мало здоровья. Ну все, все, все. Ну хорош выеживаться-то, ё-моё. Все, сейчас ты... Да куда ты бьешь-то, Раф? Ну ё-моё, я ж говорю же. Ой, саблезуба, вот. Видишь, левую то понимает. И давай-ка его добьем вот таким вот ударом. Накося. Да, ребята, в первый раз прошел. Давайте посмотрим, что мне тут достанется. Какой реворд? А ну-ка. Снаряжение клан Фуд. Вот так вот, ребята. Если бы я прошел на 3 звезды, я мог бы здесь пофармить. А сколько нужно вообще вот этого снаряжения клан Фуд, чтобы я смог, например, что-то тут улучшить по максимуму? Ага, тут не нужно нам. Снаряжение клан Фуд, куда ты нужно вообще? Я не знаю, куда оно, ребят. По крайней мере, на Рафаэля оно точно не идет, а на Леонардо. Ну-ка, дай-ка я гляну. А здесь, по-моему, тоже, да, не нужно. Вот здесь вот в данный момент. Да, ребят, не то. Ладно, хорошо, мы будем с вами потихонечку как-то стараться немножечко уже выбиваться в платиновые вот эти вот испытания. Будем потихонечку проходить, хоть как-нибудь зарабатывать себе вот эти вот осколки. Они нам в дальнейшем очень сильно пригодятся. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!